Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников и описание к этим работам. Блаженные Олимпий, Алипий, Печерский и Ангел. Автор Раев Василий. 1852 год, размер 85 на 62. Холст масла. Василий Раев происходил из семьи крепостных крестьян. По решению помещика, который заметил талант юноши, он прошел обучение в Арзамасской школе живописи Ступина. Затем продолжил его в Императорской академии художеств у известного пейзажиста Воробьева. Когда в 1845 году при академии было учреждено мозаичное заведение, Раев решил заняться мозаикой. После участия в оформлении Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге посвятил себя религиозной живописи. В это время была написана картина, на которой представлен знаковый эпизод из жития преподобного Алипия Печерского. Святой Алипий Печерский – первый именованный древнерусский живописец, мозаичист и ювелир конца XI века. Точные даты его жизни и смерти не сохранились. Известно, что он прошел обучение у греческих мастеров. Жил и работал при монастыре Киевско-Печерской лавры, где слыл лучшим иконописцем. По преданию, Алипий исцелял больных и безвозмездно писал чудотворные образы. Современники верили, что его рукой водил сам Господь. Перед самой смертью старец взялся за создание лика Божьей Матери. Он задумал закончить икону празднику Успения Богородицы, но слег из-за болезни и не смог работать. Тогда к нему на помощь пришел ангел, который закончил начатую им икону за 3 часа. Он же принял душу преподобного Алипия после его кончины. Этот захватывающий эпизод чудесного явления и представлен на картине. Озаренный сиянием посланник небес нежно касается кистью доски, где изображено Успение Пресвятой Богородицы. Рядом с ним, по аналогии с иконографическим сюжетом, на смертном одре представлен и сам Алипий. У изголовья кровати святого старца устроен алтарь с большим крестом. Похожий массивный крест лежит на его груди как символ глубины его веры. В молитвенном жесте Алипий наблюдает за деянием ангела, окруженного ореолом небесного света. Свидетелями священнодействия предстают святые, которые из полумрака взирают на происходящее с икон, расставленных по периметру монастырской кельи. Картина из собрания Третьяковской галереи является редким примером станковой масляной живописи Раева на религиозный сюжет. Ну вот такое описание нашел в интернете к работе Василия Раева. Она называется «Блаженные Олимпий, Алипий, Печерский и Ангел». 1852 год. Пока-пока, до свидания.